Запуск «Аполлона-11» запланирован через 10 дней. А мы даже не знаем, долетит ли эта бандура до Луны. План такой. Встретишься с Кубриком и уговоришь его снять фальшивую посадку на Луну. Дерек Кей, как я говорил по телефону, у нас предложение для мистера Кубрика. Круто, но... На этот проект выделена значительная сумма. Делов-то. Посидишь 5 минут, притворишься Стэнли Кубриком. Мы решили, что такое под силу только одному человеку в мире. И кому же? Стэнли Кубрик наконец посетил континентальную Европу. Чумовая блузка, мужик. Привет. И что ты скажешь своему боссу? У тебя ни Стэнли Кубрика, ни денег. Мы твоя последняя надежда. Наш знакомый интересуется, не снимешь ли ты для него фильм? Нужен через 7 дней. Я не могу снять фильм за 7 дней. Прыгун занял 3 года. А если удвоим сумму? Я тебе не шлюха. Я художник. Утроим. Идет. Мотор! Истинная история о том, как мы никогда не были на Луне. Рон Перлман. Руперт Гринт. Лунная афера.